Ну, это темный потом не светит. по тону подходит. Да. Ты в Костроме живешь? Да, на Дешпилю. И моя фабрика там, и я там. Костроме красиво. Красиво, да. Хорошо. Маленькая, красивая. Спокойно, да. И заработок хороший. Хороший, потому что... У меня брат там живет. Брат? Да, Павлос. А, Версави. Павел Версави. Версави. Твоя мама, скажи, да. Да. Я знаю, это... Компания, знаю. Павел, компания Версави. Я познакомился, у него брат. Здесь был. Яков. Яков, да. Мы из династии меховщиков. Да. Хорошо. А вот эти по цвету похожи. Не, да, чуть-чуть. Это... Да. Потому что сюда, видишь, это черный. Глава. Все черный. Ну, тяжело подбирать. Это натуральный цвет. Да, это натуральный, это новая партия. Это я быстро делаю цвет, потому что надо. Но надо вот все партии сюда, все шкурок. И шкурок большое количество там есть. А ты хорошо на русском разговаривать начал? Не хорошо. Я... Не, очень хорошо. Не есть... Мой папа работает на Москве. Там есть магазин с кимчишко. Но потом закрыт. И потом китайцы много там. Все на Дубай. Ну да, там все Дубай. Сейчас магазин Шубущие. Там Дубай край. Да в России лучше шуба, чем в Дубае. Россия, все там туристы Руссии. Ну да, да. Ну там спокойно, там взять там это налогово нету там. Но сейчас нет, там 250 магазин там есть.